Всем привет, вы смотрите канал Homepage Apple. И сегодня я вам расскажу, как установить один из моих самых любимых твиков Acydia, Barrel. Ну, для начала расскажу совсем для новичков. Вам нужно установить jailbreak на ваш девайс, после чего, если вы даже не знаете, что такое jailbreak, то, хотя, скорее всего, вы знаете, то погуглите. После чего у вас появится программа Acydia. Заходите в нее, дальше выбираете пункт Manage, далее жмете Sources, в правом верхнем углу жмете Edit, потом в левом углу Add, и добавляете такой репозиторий, как, я его оставлю на всякий случай в описании к видео, repo.hackyouriphone.org. Так, вбиваем. Ой, случайно написал. Hack your iPhone. Надо исправить. Далее жмем Add Source. Add Anyway. После чего ожидаем. Этот твик у меня еще стоял на iOS 5. Когда только вышел jailbreak для iOS 7, этот твик не был доступен. И он появился совсем недавно. Далее жмем Return to CD. Search, вбиваем в поиске barrel, и он нам выдает несколько barrels. У вас их должно быть как минимум два. Мы выбираем который с вопросительным знаком, и в правом верхнем углу жмем install. У меня написано там modify, так как этот твик у меня уже установлен. Если же вы нажмете не на тот barrel, который не с вопросительным знаком, то он у вас либо не будет поддерживаться, если у вас iOS 7. Или же он будет просто платный. И он вам его не позволит скачать. Если же этот твик будет для других осей, iOS 4, iOS 5, iOS 6 и так далее, то он просто-напросто не будет работать. Если же этот твик будет платный, то он вам предложит его купить. То есть в правом верхнем углу, как вы сейчас видите на экране, вместо install написано purchase. Стоит изначально твик barrel $3. Ну вот и все. Давайте теперь перейдем к настройкам данного твика. Настроек здесь достаточно много. То есть мы выбираем анимацию, которая нам нужна. И вот он нам ее демонстрирует. Также этот твик работает не только на экране, но еще и в папках. Очень здесь много различных настроечек. Сейчас я покажу их несколько. Все, конечно же, не буду показывать. Мои, пожалуй, самые любимые это Pack-Man, Merry-Go-Round и Snake, Змейка, самый последний. Тоже очень классно. Сейчас я покажу медленно. То есть медленно буду перелистывать экран. Очень тоже, да, прикольно. Ну вот и все. Надеюсь, я вам помог. Если это так, то поставь лайк этому видео. Если еще не подписался, то обязательно это сделай. Все. Пока-пока.